Сбербанк чемпион. Бегите быстрее. Все лучшее детям. Такие лозунги звучали на старте зеленого марафона, организованного в этом году в 8-й раз компанией Сбербанк. Мероприятие на самом деле проводится не только для сотрудников банка, а прежде всего для наших клиентов, партнеров, для наших членов семей, для всех и, конечно же, для детей. Каждый год приглашаем именитых спортсменов. Среди участвующих были у нас и олимпийский чемпион Владимир Крылов, и очень титулованный боксер Алексей Лёзин. Сегодня был Безручкин Александр Николаевич. Принять участие в забеге на площади Ленина могли все желающие в возрасте от 7 лет. Предварительно прошли регистрацию более 2000 человек. Соревнование состояло из 4 забегов на разные дистанции. Для детей 840 метров, для взрослых чуть больше 4 километров. Параллельно забегам ульяновцы весело проводили время на конкурсах, развлекались всей семьей на творческих мастер-классах, а также зажигали под кавер-версии известных песен с музыкальной группой «Танцули». Организаторы потрудились на славу. Забеги проходили без задержек и опозданий, поэтому победители не заставили себя долго ждать. После всех почетов судей, грамоты, медали и кубки, а также подарки от спонсоров, партнеров, нашли своих героев. Я пробежала за 2 минуты 36, дистанцию 800 метров. Мне понравилось, как я пробежала, хотя я думала, что меня могут обогнать. Бегаю я уже... сколько? Если мне 57, значит, лет 40 бегаю. Призы очень приятно было получить в этом году, довольно-таки многочисленно. От бега получаю удовольствие. Все, рад. Желаю всем также заниматься спортом. Добавляет бодрости, оптимизма и желания жить. Праздник спорта, лето и детство продолжится в Ульяновске и других городах уже в следующем году. Напомним, первый зеленый марафон прошел в 2012 году. За эти годы его участниками стали более 750 тысяч человек. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».